В любом случае, волк сайел емес па. Куда шея, туда и голова дит, он, значит, он посчитал, что достойный, значит, дұрыс деп ойлаймын. Политикада жұмыс деген болса, бір жақсы нәрсені білетін әйел болса, сонда жарайды. Бірақ та ол да дұрыс емес, адам таңдау керек қой, халық. Мысалы, өз әйелін енді өзіне вице-президент қылғанын енді емес қой деп ойлаймын. Басқа бөтен адам болғанда ондай дұрыс деп ойлаймын. Ол әдемі болар еді. Өздері біледі. Если в рамках законодательства, то почему бы нет? Семья сна басқа қатысы адамда не алу керек та. Ол же бір адам басқару болып кетті де бәрін. Ну там уже как бы получается их империя идет. Демократия должна быть, а это уже получается как передача власти, это уже монархия. Это должно приравниться как коррупции, то что вот на места назначаются далеко не самые лучшие люди, а близкие люди. В принципе, не очень хорошо. Почему? Ну как, ну там свои родственники, это уже совсем другое дело же. Она же отношения не имеет к политике. Вызывает сомнение, потому что это все-таки родственные связи, родственные, родственницы ближайшие. Я ничего в этом плохого не вижу. Во-первых, это люди состоятельные. Завтра они не будут искать, допустим, каких-то способов обогатиться. То есть они все свои средства уже имеют для того, чтобы развивать свою страну и добиваться прогресса. Басқадан бода қойуға болады ғой. Жоқ па деген сияқты тұрмын.